Иван Ургант распродает элитную недвижимость в Москве. Вероятно, может переехать с семьей в Израиль. Многие считают, что Иван Ургант в Россию вернулся окончательно, но, может быть, явление временное. Знакомые с ситуацией источники говорят, что телеведущий начал распродавать свою недвижимость элитную. Ургант ездил исключительно для того, чтобы оформить на свою семью, так сказать, называемое объединение. Эта схема поможет родным телезвезды получить гражданство по упрощенной схеме. Сам Ургант уже имеет гражданство Израиля. Приехав в Москву, он ведет переговоры по продаже загородного дома в Горках, апартамента в Москва-Сити и ищет жилье в Грузии и Израиле. Так что Иван Ургант наверняка планирует уехать куда-нибудь подальше. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будьте в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом. Я хочу обратиться к подписчикам, к случайным зрителям. Если кто-то хочет помочь пенсионеру, внизу расчетный счет. Всем удачи!